Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com, и сегодня мы с вами детально изучим новые наушники Plantronics Backbeat Go 600. Это первый подробный обзор, надеюсь, он будет для вас интересен и полезен. Рекомендованная стоимость на эти наушники составляет 6490 рублей. В комплекте покупатель получает аудиокабель, USB кабель, чехол для хранения наушников и набор документации. Вышли Plantronics Backbeat Go 600 сразу в четырех расцветках – синий, серый, черный и хаки. Прослеживаются черты, характерные для этой серии. Напомним, ранее мы уже проводили тестирование Plantronics Backbeat Fit 500, эти наушники нам тоже понравились. Чашки наушников можно поворачивать на 90 градусов, упрощая хранение и процесс транспортировки. Тем более для этого в комплекте изначально предусмотрен удобный чехол. Дизайн классический и строгий, наушники хорошо подойдут под разновозрастную аудиторию, независимо от пола. Как и ранее, ближе к нижней части оголовья присутствует полигональный выступ. Предусмотрена регулировка длины оголовья. Выбранное положение не смещается. Чашки в сравнении с предыдущим поколением стали больше. Они полностью обхватывают уши, отсекая окружающий шум. Оголовье выполнено из искусственной кожи. Внутри подкладка с памятью формы. Из этих же материалов сделаны амбушюры. Решетка динамиков защищает ткань с нанесенной на нее маркировкой по левой и правой стороне. На правой чашке красуется текстурированный логотип производителя. Слева сгруппированы элементы управления воспроизведением. В один клик владелец Plantronics Backbeat Go 600 сможет переключать треки, ставить воспроизведение на паузу и отвечать на входящие вызовы. На нижнем торце микро-USB, используемый для зарядки. Распространенный разъем избавит от необходимости носить в поездках с собой дополнительный кабель. Предусмотрели проводное подключение к источнику звука. Есть раздельный регулятор громкости. Кнопка переключения профиля эквалайзера. Эта функция не встречается в этом самом сегменте похвально. Внешние поверхности наушников не подвержены загрязнению следами пальцев. Визуально производит впечатление премиального продукта. А грехов в качестве сборки не наблюдается. Включается при помощи механического переключателя. Зажав его в верхнем положении, активируется процесс сопряжения. Основные действия команды дублируются внятными голосовыми подсказками. Управление Backbeat Go 600 хорошо продумано и не требует наличия под рукой экрана смартфона. За воспроизведение звука отвечает 40-мм неодимовые динамики с технологией Bass Tube. Для сопряжения используют стандарт Bluetooth 4.1 с HUDP и другими технологиями. Дальность стабильного подключения до 10 метров, поддерживает кодек SBC. Подключить можно два устройства одновременно. Наушники продемонстрировали насыщенное звучание с детализированной сценой. Понравилась отработка низких частот, басов именно столько, сколько и необходимо. Есть запас по максимальному уровню громкости, с тонкой регулировкой необходимого уровня. Отлично звучат классическая музыка, инструментальные композиции, рок и вокал. В один клик пресет эквалайзера можно будет менять с помощью механической кнопки, добавляя или убирая низкие частоты. Есть эффект объема в звуковой сцене. Plantronics всегда была сильна в вопросах микрофона. Тестируемые наушники не стали исключением. На борту широкополосный микрофон, обеспечивающий передачу звука высокой четкости во время голосовых вызовов или записи подкастов. Он же может использоваться для голосовых помощников. По эргономике Plantronics Backbeat Go 600 вопросов не возникло. Легкая конструкция не давит на голову и не вызывает чувства дискомфорта. Уши в чашках буквально утопают. Качество звукоизоляции улучшилось. В теплое время может наблюдаться проблемы с запотеванием. Это характерно для всех наушников с кожаными амбушюрами. Накопившееся загрязнение на внешних поверхностях можно будет легко удалить влажной тряпочкой. Наушники подойдут под разные объемы головы. Во время тестирования мы эксплуатировали во время обычных прогулок по городу, при активных занятиях спортом и пробежках. Встроенного аккумулятора хватает на целых 18 часов беспрерывного прослушивания музыки. Результаты отличны с учетом веса. По опыту эксплуатации зарядка потребуется раз в 3-4 дня. Полный цикл заряда потребует примерно 1,5 часа. Есть режим автоматического энергосбережения и сохранения энергии в режиме ожидания. Как итог, Plantronics Backbeat Go 600 относится к категории лучших беспроводных наушников накладного типа. Выверенная эргономика, продуманное управление, стильный дизайн, накладки с памятью формы, поддержка проводного подключения, два пресета эквалайзера, наличие в комплекте чехла для хранения, механизм поворота чашек, широкополосный микрофон, голосовой помощник, длительное время автономной работы. Отличный вариант при поиске повседневной гарнитуры под музыку и фильмы. С удовольствием обсудим с вами Plantronics Backbeat Go 600 в комментариях. Всем спасибо и пока-пока.